Нас довезли. Ехали мы одни, с водителем было весело. Вот. Спасибо дядечке. Ну, я думаю, что он должен был бы меня, в принципе, довезти, да, но тем не менее, все равно спасибо. Вот куда-то нам туда, видимо, надо идти, чтобы стартовать. Написано 2 километра. Ну, пойдем, посмотрим, что там за места вообще, и потом будем выбирать место для ночлега. Погода хорошая, солнце как-то умудряется светить, потому что все равно облака, но солнце все равно светит. Вот места потрясающие, посмотрите вот на ту гору, на вершине которой просто облака там лежат. Вообще супер.